Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 марта. Святой мученик Стефан Казанский был родом из татар. Более 20 лет он страдал расслаблением ног. По взятии Казани Иоанном Грозным 1552 год он уверовал во Христа и получил исцеление. Святой был крещен протоиереем Московского собора Тимофеем, который доставлял послание митрополита Макария русскому войску. После удаления русских из Казани татары за твердость в христианской вере изрубили мученика Стефана на части, тело его разметали, а дом разграбили. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.